Ну что, друзья, всех приветствую на своем канале. Это третья серия у нас прохождения Первого Рима за Парфию. Слушайте, но фракция вам, так скажу, неоднозначная. Очень интересное прохождение за него у нас получается. Мы, значит, владеем восточными землями. И здесь на нас прут селевкиды, Египет, армяне. Видишь, атакуют, значит, скоро понт потянется. Тут скифы, короче. Хоть у них здесь и одно, знаешь, поселение, но, блин, мне бы его, конечно, взять. Но у них здесь, получается, 10 отрядов, еще здесь стоит 4. И все лучники. Ладно, вот этих вот лучников я могу разбить, потому что они, как бы, будут убегать. Я их, допустим, лошадьми как-то расстреляю, я не знаю, там... О, точнее, конницей как-то. Но вот скифских конных лучников, извините меня, у них и защита есть, доспехи. И навык защиты, в общем, и опыт даже один. Короче, я пока не дергаюсь сюда на скифов, потому что мне нужно сейчас воевать, значит, с армянами. Так, значит, Араму у меня, в общем, Арамик у меня, Артаксарту у меня осадил. Но я же здесь видели в предыдущей серии, что я ему здесь устроил. Если он сейчас вновь на меня пойдет, ну что это? У него только будут воевать только лучники. Сам лидер фракции и копейщики. Всех остальных я быстро перекашу. То есть, в принципе, у меня здесь 3 отряда. Здесь с ребятами тоже. Лучники, этих надо убивать. Вот здесь тоже надо уничтожить. Тут не очкую, тут не боюсь, потому что у меня слишком много здесь конников. Если меня даже возьмут в осаду, то есть, в принципе, я всех перестреляю. Это не страшно. Что было с селевкидами, то и ожидает, значит... Как называется этих Египет. Ну ни хрена себе, они все идут. Короче, все левки, у меня будут эти конные лучники, походу, уже скоро серебряными лычками. Я вам так скажу. Главное не потерять висячие сады Вавилона, потому что они дают 20% дохода от сельского населения. Так, ну что, продолжаем. Давай глянем, что у нас здесь за армия идет. Копейщики. В принципе, с пехотой мы очень быстро и хорошо разбираемся. Это не страшно. Здесь у нас огромнейшая армия Зевксиса и селевкиды. Пальмиру взяли, значит, Египет. Им нельзя давать развиваться, потому что иначе будет очень плохо. Мне нужно срочно, значит, создавать войска. Отстреливать, значит, египетский город, вот эту деревушку, ее нужно захватить, потому что здесь огромнейшая земля, с ресурсами богатыми, поэтому, в принципе, мне она нужна. Так, и, соответственно, Египту будет хорошее, у Египта будет хорошее нарушение экономики. Так, значит, продолжаем. Так, город Арсакия, у меня 1400... рублей. Здесь, значит, я спокойно держу оборону, отстреливаю. Здесь у меня ребята скифы идут. Здесь почему-то один член семьи 24 года. И нет никого. Поэтому мне нужно, наверное, хотя бы вас сюда. Но здесь лучники. Я не знаю, мне что с ними делать, если честно. Здесь давай-ка восточную пехоту попробуем. Сделаем давай-ка одну восточную пехоту. Потому что она против лучников будет хорошо, если он мне будет нападать на Фраспу. Здесь тоже, блин, восточную пехоту поставить бы, если честно. Святилище. Давай, короче, святилище здесь поставим. Здесь я нанимаю. Так, дойдешь или нет? Давай, на всякий пожарный, чтобы полнений еще не было никаких, поставим эту штуку. Здесь давай-ка тоже сделаем копейщиков. Мало ли что, мало ли. Но не думаю, что что-то изменится. Их, кстати, можно, наверное, распустить. Интересно, бабло получу или нет? Наверное, нет, просто распущу отряд. Давай, этих уничтожим, 200 человек. В принципе, здесь опасность представляют только лучники, крестьяне. Быстро я их убью, буду кайтить. Ну, сейчас посмотрим. Главное занять повыше территорию, чем у нас... Что у нас ботинок и сделал. Давай вот так вот побежали. У них, по-моему, хорошая выносливость, да? Быстро двигаются. Ой, видишь, лучники начали стрелять. Так, лучников давай-ка стрелков сразу же вот так вот. Пусть они бегут, а эти атакуют. 40 человек осталось. Давай, коси их, коси, 30. Коси их. 19. 13, 11, 10. Все, они уже походу уходить сейчас будут. Последних добивай. Все, теперь с этими давай разбираемся. Получается, 3 лошади мы потеряли.
продолжить, добить их всех. Отлично подходят на роль врагов. Они в ужасе бегут с поля боя. Поближе подойдем, чтобы у вас точно было. Давай, давай, давай. И последнего. Отлично. Так, вражеского начальника убили. 14 лошадей потеряли. Странно. Так, вас давай-ка, наверное, сюда заведу. Мало ли, как говорится. Пригодятся. Тут к селевке сейчас здесь будет, конечно, вообще барона. Здесь будущий лидер фракции, если наберет сейчас. Так, а здесь, кстати, что мы уже делали? Нет, вылазку против пацанов. Ну, мы сейчас, может быть, сделаем. Давай-ка сделаем. Давай сделаем, давай сделаем. Добьем, так сказать, его. Так. Опять берем всех лучников, собираем в одну кучу. Ну и здесь, в принципе, уже можем вот так вот делать. Давай. Конный лучник, брат, идет. Сейчас я быстро здесь, кстати, щелкну. Катафракты. Опа, давай-ка вас. Оп, минус. Пельтасты. Ой, как хорошо. Кстати, вас... Ой, кстати, его же можно сюда вывести. Дудочку подуди, брат. Отступает, что ли? Не-не-не, нельзя отступать. Восточная пехота, лучники. Давай-ка все на лучников. И вас тоже давай. Он отступает. Его нужно срочно убивать. Во-во, пошло-пошло. Вперед его бей. Давай, давай, ребят, давай. Кучу, кучу их, кучу. Слушай, но 179 человек убили. Ладно, отогнали. Выдох и вдох, выдох и вдох. Армян, ты не так уж и был плох. Ты не так уж и плох. Араму. Жалко мне тебя, конечно. В принципе, смотри, я могу на него сейчас напасть. А погнали, а хер ли нет? А чё нет-то? Пойдем. Ой-ой-ой-ой, вот это сейчас, ребята, будет, а? Что делает Ванечка за парфию? Лучше быть готовым к опасности. Надеюсь, микрофон включил. Все, гоу. Гоу-гоу-гоу. Так, лучники, кстати, там что, я перебил, у него нет? Да, у него еще лучники есть, вот они. И он, кстати, занимает позицию высокую. Поэтому мне, блин, как бы, знаешь... Давай так вот сразу, просто на него сразу же. На лучников. Бегут пацаны мои. Куча в рассыпную. Что там у лучников? Сколько осталось? 3 человека, нифига себе. Ну-ка, генерал Востока, давай-ка. А ты, пацан, давай-ка этих бей. Ой-ой-ой-ой, там мои конники вообще там лупят. Вот их. Слушай, ну у него защита, конечно, прекрасная у этого парня. За ним. Его нужно убить. Стреляйте все. Нужно уничтожить эту армию. Убить. Ой-ой-ой-ой, что я наделал сюда? Бегай, бегай, бегай. Добить всем его. Он все, убегает. Блин. А нет, уже не убегает. Давай, быстрее, его нужно уничтожить. В угол идет, кстати. Сейчас мы его гнать будем. Фига себе, реально, смотри, прям в угол его загинаем, загоняем. Так, пауза. И на него все.
Мы должны его убить. Ой, хорошо, нифига себе, сколько стрел прилетело в него. Вражеский полководец убит. Так, брат, тоже, давай все тоже. Атакуэйшн. Обессилевшие пацаны, кстати. Пять человек стоит. Добить. Эти люди отлично подходят на роль врагов. Ой, съел. Все, ни одного не оставил, представляешь? Ни одного. Очень хорошо. Очень хорошо. Все расширение у нас. Увеличение характеристики. Плюс один полководческий талант. Звездочка есть. Давай сюда. И мы обратно возвращаемся. Так, ну, в принципе, все теперь у нас хорошо. Заканчиваем ход. Кстати, так, там мы сходили. Теперь надо здесь походить. А, он все уже стоит. Все, заканчиваем ход, смотрим. Так, Скифия, значит, атаковала. Скифия. И здесь, что творят? Греки, кстати. Торговые привилегии, информация по карте, информация по карте. Давай союз и сделать одиночную путу. 700, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, это хорошо. Мы теперь союзники. Кто это у нас? Еще один греческий дипломат. Македонская армия. Торговые привилегии, информация по карте, информация по карте. Да, пробуем, у тебя еще денег возьмем. 600. Их предложение, торговые привилегии, их требования, информации по карте. А, так, да готов, 700 вы мне дадите. Конечно. Я готов. Пойдем к брутам. К брутам сходим, они, кстати, здесь тоже, увидишь, хорошо так разошлись. Римский крупный город. Бабло есть, в принципе, и можем повоевать. Но селевкиды, кстати, не воюют почему-то. Селевкиды не воюют. Найм лучников. Так, военная конюшня, персидская кавалерия. Здесь у нас жители холмов. Рынок, мне надо увеличивать денежки. Денежки, так, нормальные налоги. Торговец или это сделать. Увеличение количества товаров. Так, ну давай-ка рынок, блин. Давай храм сделаем. Храм здесь. Здесь. Это мы делаем. Так, здесь пока ничего не будем делать. Давай-ка мы сейчас здесь сделаем тоже общинное земледелие. Пацанов переобучим. И здесь уже храм не будем делать, потому что здесь нужно сделать лучников. И вот еще лучники, кстати, идут. Ой, а мы же можем... А мы же можем вот так вот сделать. Опаньки. Так, а здесь есть кто-нибудь у меня из пехоты? Ну-ка, ребята. Давай. Ща мы этих возьмем. Ой, подожди, тут жители холмов. Ну-ка, давай-ка все сюда. Здесь можно немножко снизить налоги. В городе сейчас будем воевать. Или опять ждать. Два поселения в осаде у меня. Так, ну здесь у меня селевкиды, кстати, прижали. Мы сейчас сделаем вылазочку. Опять же, всех перебьем. А он, видишь, просто-напросто их отогнали. Поэтому даже мы сейчас можем сделать так вот. Пацанов переобучить и сделать еще одних лучников. А чё нет-то? Армия нам нужна. Здесь скифы атакуют. Приказы. Блин, нихера себе у них лучников. Так, здесь у парня 25. Господин. Я не знаю, как мне с ним воевать. Но я неужели этот город отдам? Я не должен давать столько лучников. Господин. Блин. Давай еще восточную пехоту. 4 хода мне держится. Приказы. Блин, так как же мне сделать-то лучше, а? Эти парни. Ладно, пока давай оставим так, что у меня здесь скифы. Скифы стоят. Армяне тоже стоят. Вроде все. Ух ты! Ожидаемый там еще идет. Нифига себе. Почему не воюют Египет с селевкидами? Почему они на меня нападают? Три лучника. Ну, сейчас будет атакуэйшн. Объявлен союз Македония-Софии. Ах, ты понял, анклавы, смотри. Два союза Парфия-Греки против Македонии и скифов. Не знаю, это либо специально босс сделал, либо же
или это просто случайность? Специально ли случайность, не знаю, напишите в комментариях. Так. Берем этих пацанов сюда, выгоняем их и отправляем сюда на пацанов. Давай, сюда побежали. И вот их атакуем. Давай, давай, так вот атакуем, атакуем. Бежим, 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 бежим. И вот их атакуем. Бей их, отдохнувшие, но они не стреляют, да? Надо лучников вышибать. Лучников выше, лучников убью, будет очень хорошо, понял? Есть ли смысл убивать его? Есть смысл себя добивать, пацанов. Давай, давай, беги, беги. Давай, 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 лучник. Победа. Враг бежит. Лучников всех нужно бить. И не знайте жалости. Давай их тоже. Ой, 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 вот это хорошо. Вот это вот вещь. Там один парень. Еще стреляет по кому-то? А, вон. Все. Победили. И ни одного не потеряли. 200 человек убили. Так. Вражеская армия бежит. И, в принципе, я, наверное... Блин, а почему бы мне просто-напросто здесь не сделать еще лучников, а? Может быть, даже вообще по... Вот так, пусть раз... Вот их. Раз. Приказы. Два, три. Мой повелитель. Вас троих просто вывести, соедините в одну. Вперед! И сюда погнать, а? И вы чисто там 6 отрядов будете держать оборону. Хорошая идея. Очень хорош, я так считаю. Рост населения 9000 у меня, блин, здесь надо что-то делать. Надо что-то делать здесь. Еще лучников. Еще лучников, давай. Потому что сейчас у нас, кстати, переходный такой, надо в армию идти. И, соответственно, нападать. Приказы. Вот как здесь, допустим, видишь, мы сделали. И погнали. Ну там 6 звезд, там у них царь. А даже 7 звезд. Будет сложно. Будет сложно, однозначно. Есть шанс вообще проиграть. Шанс есть. Погнали, деревянные ворота ломаем. Потом в это ломать. Нет. Давай сразу это ломать. Всех своих лучников. Я оставлю здесь. Жителей холмов. Я вот не знаю, наверное, сюда и куда-то. Нет, лучше подальше пока поставить. Иди сюда, парень, давай. Побежали. Вот так вот. Все. Как учили римляне, позади должен стоять генерал и командовать. Сейчас мы узнаем, чем это обернется. Но здесь, конечно, блин, сюда бы, конечно, град стрел. Или анагров, да? Представляешь, анагров. Где у них главный дядька? Так, это не он. Так, вот он, генерал Востока. Теперь надо найти самого главного дядечку. Ваши солдаты подвели таран. Блин, хер пойми, где он. А вот он, генерал. Смотри, какой, а, прям реально, прям доспех такой, единственный, прям в центре стоит. Все его обороняют. Флагшток закрывает. Ну все, сейчас будем заходить, сейчас будем смотреть, чем у нас все это обернется. Кстати, интересно, если я лучников вот сюда вот подведу, они будут стрелять? Что интересно, буду тягиваться. Улыбаются нам. Не, вражеские стены пробиты. Не, походу не дотягиваются, да? Не, вообще никак. Ну что, пацаны, погнали сюда. Сейчас будем узнавать, как здесь у нас все устроено. Опа. А что это у нас такое? Идет мне он, ко мне, кстати, идет или нет? Да кто у нас идет? Конные лучники.
атакуют. Ныкаемся сюда и ждем. Ждем, пока мои конные лучники будут отстреливаться. Да вы че, Эй. Вашим людям удалось подняться на стену. Теперь путь к победе совершенно ясен. А че, так вообще будет не дойти? Во! Блять, минус один. Побежал на генерал Востока. Так, там ли генерал, мы всех перебил. Давай сюда, братан. Конно-лучники стоят, стреляются. Блин, слушай, ну здесь, конечно. Да. Получилось интересно на свистопляска, потому что я прям достаточно людей потерял. Давай зайдем, посмотрим. Сагрится кто-нибудь на меня или нет? Опытные пацаны, кстати, смотри, у них уже 3 лучки. Пошли, пацаны. Опять конные лучники, генерал Востока. Все, кстати, выходят. Попробуем сейчас опять их подвести сюда. Стреляют. Блин, как попадают? Откуда они? Что, перестреливают, что ли, а? Или сквозь здание стреляют? Надо как-то их агрить. Надо их как-то вытягивать, понял? Так, башня Армения, блин. Идут. А, нет. Слушай, ну если я генерала заведу сюда, мне кажется, что-то получится, нет? Давай так вот хотя бы встанем. Просто из этой кучи будем сейчас стрелять. Посмотрим, что из этого получится. Не знаю. Но он идет. А, это конные лучники. Они на марше, они еще пока не стреляют. Там вот генерал еще идет, мне тут не нравится. Кто будет первый стрелять вообще, нет? Во-во, все начали, смотри, прям в кучу. Ну-ка посмотрим. На! Ой-ой, хорошо! 30 человек. Генерал Востока, хуячим. 9 человек, блять. Ваш полководец струсил. Мой полководец. Героическая смерть. Ничего страшного, блядь. Все мои лучники стоят. Сейчас мы этих еще перебьем всех. Во-во-во, пошло. Генерал Востока 19, конница 17. Идем, генералиссимус. Идем сюда. Во, главное, залп дали. Залп пацаны дают, и нормально. Там, по-моему, 2 генерала, по-моему, осталось, да. Ну что, пойдет кто-нибудь, нет? А их, кстати, по-моему, всех перестреляли, да? Большинство сюда. Во-во-во, пошло. Ну-ка, давай-ка здесь стой. Интересно, попадают, нет? Смотрим. Не, вообще же ничего не прилетает. Конечно, я в стенку долбит. Ой, блядь, сейчас пиздюли получит. А нет. Так, надо вот на это поставить скорость. Нельзя драться. Нельзя, вас перебьют, ребята, вы что? Слушай-ка, что если мне... Да нет.
пойдем сразу, бегаем. Давай, давай, бей их. А чё они не отступают? А, во. Ну-ка, давай-ка, ребята, заходим сюда. Во столько здесь людей, а? Ну-ка, давай-ка, мы сейчас встанем вот здесь все. Последние у нас цари остались. Последние два генерала. Сейчас мы узнаем, что это получится. А вот мои еще стреляют. Сейчас мы все узнаем. Давай-ка все сюда. Не-не-не-не, вы тоже сюда. Давай-ка бьем генерала все. Все генерала бьем. Давайте их. Последний остался. Нормально, по-моему, да? На! Продолжи добить. Еще одного нужно убить. Вот он стоит, убиваем. Его нужно убить. Это опыт, ребята, это опыт. Последний, да? На! Все! Ну, 200 человек потерял. 200. Зато забрал город. Город забрать здесь очень нужно. Очень выгодно. Бабки получил. Ремонт. Кстати, ого, рудники. Община земледелия. Обалдеть. Деревянные стены. Рынок. Кузница. Так, ну, в принципе, пока мне это все ничего не нужно. Единственное, я бы казармы бы ополчение построил. Хотя они мне сейчас вообще нахрена нужны. Мне сейчас надо строить вот этих вот ребят. Община земледелия, либо горные рудники плюс 200. Наверное, это буду строить, потому что, во-первых, производство пищи увеличивается, увеличивается рост населения. Больше пищи, больше денег. Еще успею, конечно, рудники построить. Успею. Здесь все нормуль. Мятежник, кстати, это был тот самый этот Арам. Арамчик. А, или тоже другой. Или там Араму был. Так, здесь мы, значит, строим еще одних лучников. Здесь. Раз, два. Блин, даже не знаю. Давай с тобой, с лидером фракции, попробуем атаковать. Еще три хода. Что мы здесь можем построить? Здесь мы можем построить пока ничего, в принципе. Храм. Давай храм построим. Так, здесь ребята идут, а здесь у меня строится, и здесь тоже, в принципе, все строится. Еще один город забили. Ах, что, фракция уничтожена, Армения, поздравляю. Третья серия, мы уже уничтожили Армению. Здесь нужно очень быстро это все делать, поскольку, ребят, я вам говорю, что если мы будем медлить, просто ребята нас кучей задавят. Нам нужно брать города. Нужно брать города, и потом, в принципе, все пойдет нормально. Заканчиваем ход, идем к брутам. Вот понт, кстати, подходит, пытается меня подкупить. Но-но. Так, во, римский член семьи. Брат, торговые привилегии, информация по карте, информация по карте. Супер. Он согласился. Так, далее. А, кстати, ну и да, мне с ними не надо что заключать. Погнали наверх. Галом. Гал. Стоп, галы здесь? В салоне? А что у нас вообще по территории? Лучше 5 фракций. Галлы. Почему не получается 10 поселений? Финансы. У брутов ни хрена себе денег. И военная сила. Давай-ка еще лучше 5 фракций. Ух ты. Так, ну то здесь я... уничтожил он 200-300 человек Египта, он даже не заметил. Греки проиграли кому-то.
Армения 0. Ой, Британия, Армения все. Британия. А мне селевки да интересуют. Фонд интересует. Растут. Скифы. И я. Ну, скифов охереть там лучников. Да, с ними еще придется повозиться. Все. Здесь, где мои поцики. Двигаем сюда. Этими пацанами. 46-летний. Ща даст пиздюлей египетскому члену семьи Ахмосу. Атаку. Нихера себе их. Прачников сколько. Да туфта. Легкая добыча, ребят, для моих лучников. Реально легкая добыча, если нет у них конницы. Ну, в принципе, даже конница, если у них нету конных лучников, это легкая добыча. Так, всех в кучу собрал. Всех в кучу вывел. Вот так вот. Всех вывел. И стреляйте, ребята. Прачники. Нет, пока не это. А, подожди, мы можем делать вот так вот. Опа. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Побежали. И стреляем, ребята, и стреляем. Ну-ка, этих прачников. Во. Это мясо началось. Столько коней у меня сейчас. Все, встаем, сейчас все просто выходим. Всех в долби. Кучкой маханите их. Все, луки. Луки, пошли, пошли, пошли. Давай, давай. Перестраиваемся. Ну что вы? Там прачники тоже уже стреливаются. Ну что? Ну-ка тоже так вот сделайте. Ух! Просто стадо. Ты посмотри, сколько парфян. Они косят. Они косят всех. Они сейчас эту армию просто перестреляют. Там египетский парень. Генерал на колесницах. Ну-ка его. Ой, смотри, как колесницы кладут. Да смешно. Все, побежали сюда все. Уничтожена армия, мы должны успеть. Блин, моих... Ох ты, перебили все-таки, а надо же. Побежал, побежал, давай, давай, их тоже нужно догнать. Всех перебить. Давай, 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 там останется у нас фигня. Блин, не успел. Пойдем работать с другой армией. Там копейщиков много, а мы уже пол колчана истратили. Пацаны все у меня изнуренные. Но их, кстати, тут у них лучников, по-моему, нету, да? Не удивлюсь никого, поэтому я могу так вот сделать. 41 парень, 41 человек. Прачников тоже могу. Дудочка. Вот так вот, английские копейщики. О, сейчас будет. Так, и мои пацаны должны идти здесь. Все, вам тут уже не страшно ничего. Вы просто идете и отдыхаете. Все у меня изнуренные. Ну-ка, застрельщиков. Давай-ка их так почкани. Так, вот видишь, хорошо разобрались. Там у меня лучники еще идут. Добиваем. Опаньки. Интересно получается. Они сами ко мне идут. Этот полководец отличный враг. Едва крестьян. Ой-ой-ой, что творит, а? Что парень творит? Он пожертвовал все собой стреляют. Того, чтобы вести свое войско к неминуемому поражению. Так, отбежит. Там драки не будет. Так, ну слушай, здесь, конечно, пацаны у меня косят их копейщиков, а. Парфия в этом плане, это, конечно, вещь. Вот, видишь, сразу две лычки у него. Зачистить. Уставший? А, разогретый.
Давай, пацаны. Расстреливай всех. Пошатнувшиеся, усталые. Давай-ка скорость увеличим. Этих зачистим. Ой, блядь, дурак. А, минус. Этих. Так, и последних давай-ка разом маханем. Победа будет за нами. Все, бежим просто и преследуем. Вот это вот у нас актив, да? Не актив, точнее, этот. Это же надо. Блин, все колчаны расстреляли, пацаны мои. Бегом сюда. Победа. Враг бежит. Перебить всех. Преследуйте. О, всех перебил. Сколько человек потерял? 27. Охереть. Так, в этом парфе, конечно, увеличение характеристики, плюс 2. Пацаны здесь набираются опыта, уничтожают египетские. Опа, опыт набрались, пацаны. Набираются. Так. Отличненько. Эти у меня пацаны идет. А, так, здесь по строительству что можно сделать? Рынок. Рынок, нормальный. Давай-ка лучше мы храм построим, чтобы у меня получше было, в общем. Потому что можно было налоги повыше поставить. Здесь высокие налоги, можно повыше поставить налоги. А, здесь у меня храм строится, здесь можно лучников. Нет, здесь не надо лучников строить. Приказы. Так. Ну, блин, здесь... Не будем пока так постоим, потому что он будет лучниками нападать. Нападать будет. Хотя как он будет нападать? Два хода, в принципе. Как он будет нападать? А у меня 120-240. 240 копейщик восточной пехоты. Они просто перебьют их. 10-3. 7-3. Нет, не готов отдавать столько. А, здесь город мы взяли. А, кстати, вас можно распустить. Спасибо за службу. Так, делаем так. И, наверное, надо еще здесь сделать. Пацанов. А так уже 10. Очень хорошо. Прям прекрасно. Я предлагаю... А, у меня здесь нету моего полководца. Ахимен, кстати, блин. Ахимен. Что мне с тобой сделать-то? Мне надо к тебе сюда прийти. Две парфянские сторожевые башни стоят. Надо где-то еще поставить мне башню. Чтобы было видно. Давай-ка. Вот здесь я ничего не вижу, понимаешь? Вот, у нас здесь город Селевки, есть селевкидийский город. Надо его как-то забрать. Так, ну, вроде бы все. Здесь у нас парень идет галом. Скифы. Так, здесь Македония, римская армия. Двигаемся галом, все прекрасно пока. Денежки пока вроде капают, все хорошо. Блин, еще год. Еще один ход до сдачи. Приказы. Понимаешь? Приказы. Я вот не знаю, 6. Если я сейчас не нападу на него, то он меня перестреляет. 7, 800. Не знаю, как мне сейчас быть. Честно, я не знаю, как мне сейчас быть. В принципе, приказы. Я туда лучников не подгоню. А здесь мне нету некому идти. И он напасть не может, потому что у него нету пехоты. Если была пехота, он бы напал. Он просто сейчас меня... Я сдам город и все. Надо дать ему бой. И, наверное, этими людьми... Нет, это я так вот сделаю. Пойдем, давай попробуем. Не знаю, что из этого получится, потому что у него 6 отрядов конных лучников. Это, конечно, проблема, потому что они меня будут кайтить. Они меня будут кайтить, и это будет... Действительно проблема, перестреляет моих всех пацанов. Единственное, только может генерал Восток как напасть. Я нападаю. Занял он. Но нет. Что такое страх? Подошло подкрепление. Конечно. И ваши силы значительно возросли. Пойдем-ка давай повыше поднимемся сюда. Так, здесь, блин, скифских лучников, это, конечно, блин. Но это то же самое, что мои конные лучники. Они перебьют меня. Я ничего не смогу сделать.
Так. А как же мне сделать-то? Может, попробовать как-то их на них напасть? Но видишь, они мигать и будут отстреливать. Тем более их так много, блин. Давай завяжем бой. Они побежали, кстати. Блять, моего косанули. Лидер фракции. Ёпкая мать. Двоих, что ли, сразу же? Хуя. Дела, блять. Да, блять, проблема. Нет, пизда. Первый проигрыш. Наступаем, короче. Нано. Минус 2. Да, смотри, подка. Fallen Hero is all. Погиб мой парень. Да это явное было убийство просто. Лидер фракции погиб, конечно. Маниш, блядь. Проблем, придется забирать его. Строим этих парней. И здесь строим холмов. Жители холмов будем ими нападать в город. Иначе никак. Лидер фракции убит. Новый лидер фракции. Кстати, где он? Будущий лидер фракции. 26 лет. Опытный парень. Че, ребят, кто не хочет осадить мой город? Идет еще армия. Заберу я этот город и буду оборонять его до последнего. Что здесь сделаем? Идет еще два хода. Я могу, в принципе, еще сделать троих лучников. Раз, два, три. Так вот сделаем. На всякий пожарный. Так, здесь у нас все делается. Порт, ну, он здесь не нужен, понимаешь? Не нужен. Все здесь, в принципе, очень высокие налоги. Здесь строится у нас здесь все прекрасно. Ну, так вот давай сделаем. Кстати, выход к морю здесь появился. Да, здесь можем делать. Блин, со скифами конь... А, подожди, я напал на них. Эти. Тут у них тоже, наверное, все строится, да? 6-8 отрядов тут лучников. Тут, конечно, я ничего не сделаю. Надо какую-то персидскую, я не знаю, делать конных лучников. Либо просто прям перестреливаться. Я не знаю, здесь 5000 человек. Давай будем делать, короче, будем нападать. Попробуем. Лучников будет много, и посмотрим, что из этого получится. Так, в деревушку не могу зайти. Здесь, в принципе, все. Тайный агент мой. Пойдем в Пальмиру, зайдем, посмотрим. Египетские колесницы. Херня, уничтожим быстро. Здесь Дамаск. Блин, ну это, конечно, армии все выщелкиваются на раз-два. Тут, конечно, да. Салам алейкум, как говорится. Ты что, дурак, что ли? Давайте на меня самой сильной армии нападайте. Я вас всех перебью, ребят. Идет. Кто-нибудь сейчас мне нападет, а? Давай, очередной опыт. Мясной штурм. Ой, как их много идет. Ой, батюшки, а! Главное, лишь бы этих стрел хватило, а, на всех. Вот это самое главное, чтобы хватило на всех стрел. Давай, эвакуэйшн сразу же. Давай-ка так вот сделаем. Сразу же сюда. Здесь холмов. Давай сюда. Ща-ща будет все, чики-пуки. Так, здесь. Перемирие в действии. Карфаген, дом брутов. Пойдем-ка мы заключим союзы с Галлией. Галлийский город, торговые. Информация по карте. Сделайте мне одиночную даню. 700 уважения, много. Я сильно нечего предложить. Ё-моё, попробуем в следующем ходу. Так, ну что? Получилась у нас такая динамическая третья серия. Поэтому... Давайте будем на этом заканчивать. Значит, мы армян уничтожили. Сейчас скоро у нас со скифами будет. Ой, с этими спонтами, наверное, война. Скифы здесь разносятся. Разошлись меня, один город забрали. Ну, как разошлись? Египет и селевкидийскую армию я сейчас... Ну, зачищу, извините меня. Смотрите, я зачищу. Ну, это просто же. Ну, это мясной штурм называется против этих ребят.
То же самое, что и здесь было. Сейчас война под Фраспой. Поэтому все, давайте увидим в следующей серии. Всем огромное спасибо, до скорой встречи. Не забывайте про наш телеграм-канал. Подпишись. Все, всем до скорой встречи, пока-пока.